Привет, ребята! Я Михаил из канала Эви Кубер. И сегодня я буду петь вот эту песню, называется она «Район и квартал» из группы «Звери». Так что, вы знали, что у меня прямо сейчас зима вместо лета? Потому что я живу в Бразилии, в юге планеты. Это означает, что у меня приблизительно 2 недели отпуска, а у вас, не знаю, 3 месяца и 1 неделя. Я думаю, вот это. А когда у нас вот это каникулы лета, то у нас приблизительно 2 или 1,5 месяца всего лишь. Это потому что вы учитесь намного больше нас, намного больше времени вы находитесь в школе. Так что давай начнем. Раз веселые зрачки, я шагаю на глеке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Спасибо, ребята, за просмотр. Я очень старался на эту песню. Я с моим учителем, неделями. Ну, спасибо огромное. И пока.